Ребята, всех приветствую, с вами Рамза, и в этом ролике вы увидите награды за Weekend Лигу на моем и на Boost аккаунте. Также здесь будут несколько пиков с кумирами, в комментариях напишите, какой кумир выпал вам. Ну и как обычно, перед просмотром поддержите ролик лайком, не забывайте подписываться на канал. Всем приятного просмотра. Так, ну что, давайте. Пики у нас. 3 пика за Weekend Лигу и 1 пик за Дани. 83 плюс 1 из 3. Сразу его и бахнем. Рудигер 85. Блин, было бы неплохо, если бы какую-нибудь эволюцию под него выкатили, да? Хотя, может, она и есть. Надо бы посмотреть. Так, ну и пики за Weekend Лигу. Первый пошел, давайте с конца начнем. Здесь просто рейтинг честный. Окей. Далее. Опа. Родри в конце, я уж подумал, все карты будут 84-е. Вот это солидно, солидно. Нам еще кубира собирать, поэтому такой рейтинг тоже пригодится. И последний пик. Блин, как обычно, ни одной промо-карты. Бернардо, дубликат. Франца. ЛЗ, и это Бача. Двойной волкаут даже здесь. 2,86 карты. Давайте, 3 пака по 50 тысяч откроем, и потом пойдем уже кумира собирать. Голландия, ЦП, Де Йонг. Нормально. Уже что-то. Опа, двойной вулкан в таком паке, нифига себе. Харри Кейн 90-й, да он? Пик с кумиром на моем аккаунте. Первый пошел. Изуха 84. Сила солидная, напор тоже, наверное, что-то оборонительное. 92 дефа. Дриблинга нету. Ну, ЦЗшник, походу. 76 пейса, ну это прям совсем печально. Это Неста. 74 физуха, но это уже больше похоже на атакующую карту. 94 игра головой при этом. Хотя силы нету, то есть это не столб. 85 дрибла с хорошим балансом. Блин, ну наверное на Мюллера похоже, да? 76 передачи, 92 удары. 87 скорость. Да, это Мюллер. Ну точно, ничего жесткого. 73 пейса. Или Пол Сколс, что-то типа такого. Но это Пирло. Ладно, возьму Мюллера. Как самый высокий рейтинг. Ну давайте пик с героями. Откроем так. О, Ди Натали, хорошо, пацаны, хорошо собрали. Я уже видел первым Руи Кошту, немножко уже подрастроился. Еще и Люнберг есть. Но Ди Натали, в принципе, можно в состав как-то запихать. 500 тысяч монет, нифига себе, за одну сборку, да, 85-ю. Хорошо. Это, наверное, один из лучших вариков, который там можно поймать. Так, ну что, ребят, в первом пике повезло с героем. Давайте второй хлопать. Посмотрим, что здесь будет. Ну, здесь уже, пацаны, конечно, везение закончилось. Награды. 3 пика, 84+. Первый. Анри в женской версии. Далее. Блин, Казимиру, Кейн, Фернандеш, сколько рейтинга накинули. Хорошо, что Кейн не дубль. И последний пик. И здесь Дембеле. Кабель. Три редких 85+. Не хочет контора промо давать. Одни и те же карты насыпает. Опять кабель. Здесь двойной волкаут. Роберту Левандовски. Ну, рейтинг солидный, 90. Пик с кумиром. Один из трех. Физика 80. 90 стамина. И 87 деф. Ну, это краек. Еще и славе. Это Занетти, да? Вспоминал сегодня эту легенду. Так, это вратарь. Ну, Касильяс, молния, да? На самом деле, нормальный вратарь. 78 скорость. Поехали, следующий пик. 87 физуха, солидная. Ну и 87 защиты, игры головой нету. Это, наверное, какой-нибудь либо опорник мелкий, да, либо краек. Макелеле, кстати, 88. А чё, наверное, неплохая карта. Дриблинг так себе. Но это легенда Барнс. Физика,
93 игра головой, но это что-то столбическое. С такой игрой головой и силой. Ну да, 66 баланс. Но это в лучшем случае это Дрогба. В лучшем Ширер. А, это Принц. Это та самая Принц, про которую нам рассказывали за 100 тысяч монет. Не, ну здесь однозначно, конечно, Макелеле. А на этом на сегодня все. Если данный ролик вам понравился, поддержите его лайком, напишите свой комментарий под видео, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.